20 лет, блядь. Вау! Господи, что в этой игре происходит? Ну, блин, ну машина, ну просто убийца. Это спрей, конечно. Ух! Один в три, вот так вот. Да бля... О! Ебать тайминг. Вот что делает Counter-Strike с людьми. Ну что, дамы и господа, всем привет, с вами Дэн, я вас приветствую на YouTube-канале Веди Мульти Гейминг и на моем личном Twitch-канале Дэнчик Флекс. Вы только что видели трейлер моего нового проекта по CSGO, который я назвал «Золотой дробовик». Пройти путь от некалиброванного игрока до голдного 1. Вам оби. Так, ну чё, первый фраг есть. Первый фраг у нас на карте Dinos 2 в нашем новом проекте «Золотой дробовик». Сука! Один в один! Не царский зашиб, конечно, но пойдет. Нормально. Работаем. Стой, смотри дверь, я буду смотреть издалека. Дверь, смотри. Yellow, look at the door. What the fuck? Ну на кой? Ну нельзя так гранаты кидать. Меня же учили как раз, что нельзя выходить открытым с гранатой. Когда ты знаешь, что там соперник. Все, стой! Не двигайся, стой! Стой, окаянный! Лучший! Лучший. А успеет ли? А куда ты лезешь? Блин. Вот оно что такое, когда у тебя нет диффюзов. Блять, один 83 хп шорт. Оранжевый шорт, шорт. Килл. Дай клаш. Ходить через мид это шорт они очень любят, поэтому скорее всего. Так. One long. One short. Так, хотя бы на дальней дистанции нет. Ой! Ой, ебаната кусок! Господи, помилуй! Отрежь этому руки! Блин! Как так можно? У тебя 16 хп. Тебе максимум, что нужно сделать, это не выходить и не стреляться на рандеву. Вместо этого ты берешь хаешку, подкидываешь ее себе под ноги и себе дохнешь. Как так можно? Ну здесь вот только такое можно реально на сильверах вот такое увидеть, когда человек просто все идет хорошо, но затащил хороший раунд. Оп.
свою шапку, шорт. Блять! Ааа! Sorry, guys. В итоге смок мой летел в тартарары. Чё, окей? Окей, чё? Посмотрим, сработает ли тактика Раша. Тактика Раша не сработала. Хотя мы ещё 3 в 4 ситуация у нас. Ну, проблема стандартная. Проблема глоков. Нельзя стреляться из дальней дистанции. Там бесполезно. Там реально побеждают. Ну, ниже, да, молодец. Good job. Так. Мне хочется. Everyone, don't stop. Just rush. Если ты отмешь год новую до конца года, я тебе 1к заданю. О, спасибо. Сейчас я проверю, кто задонатил. О, good job, good job, good job. Так, спасибо донатеру. Короче, Лёха, он же задонил. Задонил мне 20 рублей, за что ему дико спасибо. Короче, он мне написал, что, и вы, думаю, вы слышали, что если я успею апнуть голд новую до Нового года, он мне задонатит косарь. Ну, молодец, дал мне мотивашки, спасибо. Нельзя так стоять. Plant the bomb, orange, plant the bomb, it's money, it's bomb. Plant the bomb. Box. Well played, well played. Behind you. Green, help him. Бля, Green, ты русский, просто слушай сейчас. Просто убивай. Window. Plant. Дефузит, дефузит! Ты что делаешь? Убей! Зачем ты на нож взял? Бля, чел, нахуй ты взял нож и пистолет? Должен был бы убивать, он дефузил. Пошел. Free long, free long. Фух. Ёбаный сыр. Чуть не сгорел в молотове. Зараза. Сети вон. Так близок был. 16-10 мы проигрываем. И, короче, ищем вторую карту наших приключений. Ну что, собственно говоря, 5-4-3-2-1. Первая карта Мираж у нас на нашей проекте. Good job, guys. Пока нет. Ну бей ты его, ёперный театр! Ох, господи! Топовые снайперы на серверах! Так, 1-1, бомба. Да стопленти на Б! Why? Желтый. Да не шифти, ты беги на А быстрее, блядь. Через спаун беги на А просто, и всё, блядь, не парься. Интересно, он его понимает? А, зачем ты через... Shut up. Five seconds.
флешка была, и его сейчас спину убьют. Гений мысли, нахрен! У тебя пустой плент, твою налево! Запленти на Б и засядь! Нет, блин, он идет на А, он идет через мид, он слышит флешку, он понимает, что в него стреляет в спину. И он ничего делать не хочет. Прям вообще, прям похую. One window. Блять, ну зачем? Вот зачем? Вот объясни, объясни. На кой хер? Ты выходишь, ты знаешь, что там АВП, не суйся. Нет, блин, я хочу, блин, вантапнуть. Очень сильно. Но убей ты блин. Человек всю обойму положил, всю душу положил в человека, вот так и не убил. Сейчас его убьют. Возьмем АВП. Не на, блядь, на 2 АВП. В коромысле, блядь, 9-2 проигрываем. Коромысло наше. Наш коромысло 9-2 проигрывает. Не умеешь стрелять с АВП, не подбирай. Ну когда есть свобода АВП, а у тебя только пистолет, ну там сорян, надо. Блять, АВП рядом лежит, возьми, ёбни его, дебил, блядь. Зеленый, я тебе объясню, на кой хер ты ему сказал АВП взять? Ну человек не умеет стрелять с АВП, чё он может поделать? Чё, у него резко навык симпла появится? I'm sorry, very well, GitHub, жопу, бом-бом-бом. Hello, Peter. Fan-fucking-tastic. Ай, блин! О! Просто! Еще и ножом! Hello, people! My name is Dennis, and today I'm gonna try to win another game in a Silvers. CSGO! Вот и мой бенефис настал. А, stairs one. Сука, продал своего тиммейта и не убил. Обидно. Бля, ну чел, ну ты ж все правильно сделал, ну блин, чё ты начинаешь ты по нему, блин, вмазывать патроны, ну что ты делаешь-то, а? Ну как же все правильно это делал, ну блин, ну как так-то, ёптать? Ну все правильно сделал, встал в закрытую, тот не стал проверять, потому что на серверах не принято фейковать. Такую хуйню сотворил, ну блин, ну... Ну вот, ну чё ты шифти, вот... Черный театр, точно бомбу выбил.
Найс. О, еще два фрага отформил с пестика, а? Хорош, 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 лучший. Бля, только денег ни хрена. Пелос вон. Давай иди сюда. Пелос сел. Найс. Хорошая просто машина! Наконец-таки, фу-бай! Пит вон. Найс. Good job, guys, thanks for the game. Разорвали нахрен! 16-6, лучшие, блин. Ай, блядь. Почти. Так, ну если эта катка будет выигрышной, я не знаю, что будет. Бля. Оп. Бам! Чё чилики делали? Вообще без понятия. Вообще без понятия. Пуш, 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 пуш. Коврин, коврин. Бам! Найс, блин, второй дефьюз на шару. Отлично, 20 раз сиду. Не такая ж радужная, как можно было. Но мне кажется, за сейчас за эту сторону мы сейчас, блядь, разъебнем. Найс, guys. Фух, ничейку вытащили, а? Хорошо. 15-15. Нормально, вытащили. И серебро один вернули, начало положенное.